Автобус из Лас-Америкас отправляется на Тейде только один раз в день, в 9:15. Первую остановку на территории национального парка Тейде он делает у Рокис де Гарсия, еще одного из символов острова. Эти выветренные скалы причудливых форм можно обойти примерно за час. Не так далеко отсюда и долина лунных пейзажей, которая выглядит по-настоящему космической. И неудивительно, что именно здесь снимались известные фантастические фильмы, такие как «Звездные войны» и «Планета обезьян». В 1966 году на экраны вышел фильм «Миллион лет до нашей эры», который действительно был снят на Тейде. Но мы оставим подробное изучение национального парка на время нашего следующего визита на Тенерифе. А сейчас вернемся к вулкану Тейде. Общедоступный фуникулер за 8 минут и 25 евро с высоты чуть более 2 километров над уровнем моря поднимает нас на уровень 3555 метров. Выше станции фуникулера, включая сам кратер, зона ограниченного доступа. Чтобы попасть на вершину вулкана, нужно иметь при себе паспорт и специальное разрешение, заранее получаемое через интернет. От верхней станции фуникулера к пику ведет тропинка. 163 метра – это разница ее высот. Фактическая длина тропы – около полукилометра. Залезть на вершину, несмотря на разреженный воздух и трудности подъема по отполированным камням, стоит по нескольким причинам. Во-первых, моральное удовлетворение от того, что вы покорили самую высокую точку Испании и всей Атлантики. Вот она вершина. Во-вторых, обзор на 360 градусов с такой высоты – штука, в принципе, довольно необычная. Если повезет и не будет под ногами облаков, то ощущение от такой круговой панорамы действительно захватывает дух. Так, на вершине Тейде мы открываем пробку. Эти коробочки с соком. Теперь плотно ее закрываем. Плотно закрываем. Что кратер вулкана – это не совсем то, что вы представляли себе раньше. Вот он кратер. Вот он, с желтым пятном серы посередине. Спускаться в кратер нельзя. Самая высокая точка – это одна из его стенок, где все фотографируются. Наверху, местами, из трещин с легким шипением вырывается горячий пар. И чувствуется специфический запах серы. То есть вулкан реально не потух. Он просто спит и дышит. Убедиться в этом можно, поднеся ладонь к крохотным отверстиям среди камней, из которых периодически вырывается пар. Аборигены Гуанчи называли вулкан Эчейде, что означает «дьявол», «ад». Они были уверены в том, что тяжелый серный запах оставляет дыхание обитающего в вулкане злого демона по имени Гуайота, который когда-то украл солнце и спрятался с ним в кратере. Но бог Ачиман, создатель всего,
освободил солнце, а подлого Гуайота навечно запер в недрах Эчейды, откуда демон периодически напоминает о своем присутствии пеплом, лавой и запахом серы. В хорошую погоду открывается вид на сотни километров, и острова Гран-Канария, Эль-Йерро, Ля-Гомера и Ля-Пальма похожи на спины китов, виднеющихся из океана. На фото со спутника хорошо видно, что вулкан Тейде двухэтажный. Сначала возник вулкан Лас-Каньедос, а затем его вершина провалилась под собственной тяжестью, образовав впадину со стенками, напоминающую по форме гигантский кратер. По-научному такая конструкция называется кальдера, что значит котел. А уже потом, внутри этой самой кальдеры, вырос пик Тейде. Получился вулкан в вулкане. Кальдера Лас-Каньедос по площади одна из самых больших в мире. Ее наибольший диаметр составляет примерно 16 километров. Точная высота вулкана – 3718 метров над уровнем моря. Но считается, что во время давнего извержения его пик провалился, а до этого Тейде, чей возраст составляет около 5 миллионов лет, был гораздо выше и достигал 5000 метров. Последнее извержение вулкана произошло в 1909 году. Серьезных последствий для острова, к счастью, это извержение не имело. На территории парка можно увидеть редкие и красивые растения, многие из которых нигде больше на Земле не встречаются. Самое необычное и яркое из них – синяк тейдский. Высота его бордовых колосовидных соцветий нередко превышает двухметровую отметку. Valle de la luna me abrumó con su color. Te cuento cómo vivo dormido sin voz. Te cuento cómo vivo dormido sin voz. Как мы уже говорили, Пико Эль-Тейде – самая высокая вершина Канарских островов, всей Испании и Атлантики в целом. Это третий по величине вулкан мира и важнейшая достопримечательность Тенерифе. Пик виден с подплывающих кораблей с расстояния около 200 километров. Выпуск сегодняшнего дня. Пакет на вершине был толстый, а стал тонкий. Стеночки не втянулись. Но вообще должны были, конечно, больше втянуться. Но это в бутылке, да? В пакете может быть другая стенка. Пускай немножко воздух все-таки, да? Открывай. Ящик Пандоры. Па-па-па-пам. Без звука? Да. Фокус мне удался. На этом экскурсия на третьей завершена. Ура!